нас на форуме часто пишут, что ты позоришь свой родной город. Дорогие земляки, это вам. Вы не можете меня выгнать. Я не пойду. Можно я с вами сплакать? Вы моя самая любимая участница. Главное не ссать. Она вернулась. Ты несчастная, запутавшаяся женщина. Девушка. Вы там шаболды все поди сипозные на яльце своем. Слышь? В пуле ветер, в жопе дым. Yes! Родила в 17, оставила дочь. Но потом совесть замучила и вернулась в город. Зачем приехала? Деньги нужны 300 тысяч. Сейчас бардачки возьму. Сволочь! Женщина, слезьте с капота! Эй, звездила! Иди с миром, выпердыш поросячий! 1 000 000 рублей, и я устрою тебе лучший секс в твоей жизни. Привет, пап! Ну, я знаю, что я говно. Ты знаешь, что я говно. Ну, почему мы с тобой не можем просто взять и сесть, по-человечески поговорить? Are you ready? 1, 2, 3, Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. С детства что-то не так, или это все-таки влияние шоу? Каждый день буду задерживать. Волосы не зубы, отрастут? Ну, зубы так зубы. Каждый человек заслуживает второго шанса. Она звезда! Может быть, ты просто скажешь, зачем приехала? Не сидится вам? Я с детства не усидчивая. Танцуй, моя орейра.